Всем огромнейший привет! Сегодня приправа клуб заготавливает на зиму чеснок. Казалось бы, что его заготавливать? Подвесили и зимуют себе. Но нет, сегодня я предлагаю вам рецепт вкусного маринованного чеснока. И первое, что нам нужно сделать, это очистить чеснок. Чеснок очищен, промыт. Теперь баночки промываем и ставим стерилизоваться. А мы пока готовим маринад. В холодную воду высыпаем соль, сахар и доводим до кипения. Как только маринад закипит, снимаем его и вливаем уксус. И отставляем пока в сторону. Теперь в стерилизованную баночку выкладываем лавровый лист, черный перец душистый, гвоздику и палочку корицы. Выкладываем чесночок. Теперь заливаем наш чеснок кипятком, не рассолом, а именно кипятком. Накрываем стерилизованной крышечкой и оставляем на 5 минут. Затем воду сливаем и процедуру повторяем еще раз. Только на третий раз мы будем заливать уже рассолом. Сливаем водичку аккуратно с ручками, с пальчиками. И заливаем кипятком повторно. Аналогично на 5 минут. А вот теперь заливаем маринадом и прячем под крышечку. Закрутили крышкой, укутали в теплое и перевернули, чтобы потихонечку наш консервированный чесночок остывал.